Мы хотим вам помочь таким образом, что хотим передавать личную информацию про все, что мы увидели. Прекрасные церкви, мы были в Святогорске, прекрасная архитектура начала 20 века в Славянске. Это прекрасное, и надо про это говорить, надо эту информацию передавать дальше. И мы желаем вам десятков тысяч туристов со всей Европы через несколько времени. За туристами идут дуже пеньозе. Конечно же, мы в таком приятном предвкушении будущего сотрудничества, и не только меня касается, это всех нас. С оптимизмом смотрим в будущее, и действительно, может быть, повседневной, рутинной какой-то работе не замечаем, и в повседневной жизни действительно красоту нашего края и действительно его потенциал. И, наверное, такой взгляд со стороны и сказать: ребята, да вы сидите на деньгах и не знаете, как с ними распорядиться. Где-то приблизительно так, специально запечатлеть в керамике. Керамика для того, чтобы потом увидеть рядом, где повесить вторую фотографию, то, какой он стал. В таким разе, пропоновалбым, чтобы себе такие здечи сделать памятковые. Начинаем в Да, все. Процесс пошел по-другому.